самец обязан быть шутом, даже если это девушка. Вот так король повелел. Ага, ага. То есть тут нет никаких сомнений, что вот, вот а почему девушке быть шутом? Нет, это король велел. Иначе как же? Угу. Вот есть какое-то странное такое неприязненное отношение к королю, которое позволяет себе быть настолько королем, да? И вдруг происходит преображение этого короля. Вдруг. Тот момент, когда он увидел в этой девушке все-таки девушку. Он, вот посмотрите, как интересно. Он ее сначала увидел в виде юнца, лежащего на берегу, да? Он потом рассмотрел, что это девушка. Но образ юнца, видимо, остался. Поэтому обязана девушка быть шутом. И только когда она его заставила увидеть в себе девушку, вот тогда произошло преображение. Угу, верно. А если бы не обратил внимания, что девушка? Ну, так бы не преобразился? Нет, там это... очень много красивого такого. Помните? Да это вообще вот охота так охота. То есть, когда она посмотрела на него соколиным взглядом, у нее суть была королевская. Она вызов этот бросила. Как бы. Да, да. Угу. Что на самом деле короля немного раздражало. Еще, на мой взгляд, мне кажется, он не раздражало. А? Я что-то не помню, не раздражало. У них даже некоторое откровение было, ведь она рассказала ему историю свою о том, что рано родителей воспитывали волки, медведи, когда случился пожар, орел подхватил и спас ее, так она потом бросила ее в эту лодку. То есть как бы историю рассказывают, да еще и насказательно, понимаете, это, знаете что, у нее была такая вера в себя, что было какое-то доверие, что он умен. Да, глупо бы не понял. Интересно еще то, что вот настолько написано поэтично, да. Как да. Будто бы стихотворение в прозе. Так оно и, в принципе, оно и есть поначалу. Здесь вот все время такое перебивка, ритмическая проза. Иногда ритм спадает, иногда он просто вот так вот пишет. Угу. Ну, прекрасно. Сюжете, в общем-то, ну, можно даже и так сказать. Вот, ну, что еще? Вот этот момент, когда она посмела явиться на танец и пригласила короля. Знаете, ее не смутило, в принципе, что она была шутом. И как-то этот, по-моему, вопрос был шутом так шутом, ну, пофиг. Да. А вот его смутило, когда она пришла в бальном платье и пригласила его на танец. Доселе это было невиданно и неслыханно. Вот. Да. А можно мне два слова? Да, да? Конечно. Вот действительно, настолько поэтично, что просто... Я вообще, наверное, пожалуй, ничем не могу сравнить. Вот какое-то несравненное, какая-то поэзия действительно многомерная. И смотрите, как она начала действовать. Она не просто стала шутом, она говорила голосом сороки и загадки загадывала. Жизнь ее научила быть гибкой. То есть она была очень мудра. Она... И как она вбежала? Как лань вбежала. Без колпака в бальном платье. Но завершается тем, что улетели два голубка. То есть очень мистическая сказка. Да, да. Да, да. Верно. И, судя по всему, она все сделала так. Это было ее желание и ее сила. Здесь да, во всем ее сила. Пожалуй, как раз действие ведет именно она. Вот действие в сюжете.
она строит сюжет, по сути дела. И даже вот загадки коварные задавала и требовала ответа. Угу. У нее даже это было царское, она требовала ответа. Но она явно из царской семьи. Что-то перечить не смели. Перечить не смели. И да. Здесь столкнулись царственность, вот такая государственная царственность и внутренняя личная царственность. Угу. Царственность как статус проиграла вот этой личной царственности, вот этой девушки. Угу. Как-то так получилось. Вот так у нас сложился этот конфликт. Да, да, видимо. Да, да. Очень точно. Так, Николай, ты что скажешь? А я не читал. Скиньте мне почитать. Что-то я молчу и думаю, о чем вы говорите. Очень красивая вещь. Это в чате посмотри. Вчера. А я все пролистал, нету. Вчерашний день. Нету. А там не вчерашний, она давно это скинула, надо было мне это вслух наговорить. Сейчас, если я найду, у меня где-то есть Валина. Вот, по-моему, Черное море отражает себе. Давай, я сейчас там текст скопирую и пришлю. Ага. Прям текстом. Потому что у Вали другой формат этого документа. Так, сейчас. Ну, давайте сделаем так. Николаев потом почитает, потом отзовется. А сейчас просим Валентину Мешкову написать в чате, пока у нее микрофона нет, написать в чате впечатление от разбора. Угу. Валя уже написала. Посмотри. Сейчас посмотрим. Да, вот задумался будить гранитный камень. И ей это удалось. Совершенно верно. Вот король этот гранитный камень. Ага, ага. Вот видите, в ней такой поэт живет, что она даже ответила нам поэтически. Да, да. Да, отлично. А как называется? Король и шут? Король и море. Король и море. А, и море. Ага, так. Ладненько. Давайте теперь обратимся к еще одному произведению Валентины, но уже Мельниковой. Человек настоящего, человек будущего. Валя, ты меня прости, я не успел скинуть начитку. Может быть, ты начитаешь прямо сейчас или запустишь начитку? Давайте, может, я тогда начитку запущу. Понимаешь, у меня там немножко импровизация уже пошла, Валер, в начитке. Я сейчас мало... Когда я начитывала, у меня уже импровизация включилась. Там даже не 100% текста придерживалась. Лучше, наверное, начитку кинуть. Ну, да, давай, скинь начитку. Я надеюсь, что человек прошлого и будущего вы прочли. А вот теперь еще Валя сейчас скинет начиточку свою. Ой, Валерочка, сейчас подожди. Я же сделаю погромче, а потом не удаляю предыдущее. Я сейчас не могу вспомнить, где у меня... Валентина Мельникова. Большое, ребят, я не знаю, почему Валера его выбрал. Да, я тоже, Валер, ведь же текст-то есть. Есть покороче вещи. Но слушается очень легко, кстати. Ну, то есть я сегодня переслушала. Ладно, давайте вот что мы сделаем.
таким образом. Слушается легко, я ее не слушала. Начиточку Валя скинет, вот, и потом послушайте. А сейчас можно поговорить про текст. Какие впечатления? Ну, интересная идея, интересная. Мне больше всего здесь понравился этот петух. Мне тоже. Поет. Причем поет в совершенно конкретных моментах. Он как будто вот... Наш человек, да? Он знает, где ему запеть. Он участвует в этом разговоре, между прочим. Да-да-да-да-да. Олечка, ты прям заглядываешь вперед. Знаешь, почему? Потому что я сегодня написала часть вторую, а в идее часть третья, где я хочу прям вот к этой магии подвести, что они поверили в то, что душа с душой соединяется, он прям отвечает. То есть натурально слышит. Тут совершенно четкий такой собеседник-петух. Да, да. Он вступает в разговор и свое слово здесь говорит. Довольно четкий конфликт здесь, да? Mm-hmm. На этом строится сюжет дальше. А в чем тут конфликт? Вот давайте скажите, в чем конфликт? Слова разные, подход разный, ожидания разные. Жизнь как бы одна, а видение ее, проживание ее разное. Угу. Ну, уже название «Человек прошлого и будущего» уже намек на конфликт есть. Как будто тени толкай. Как будто бы точки тени толкая. Да, 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 да. Ну, вот это вот само состояние даже самого названия, вот эта энергия тени толкая. Ну, прошлое и будущее, оно всегда в конфликте, по определению. А тут неожиданно вот этот разговор о прошлом и будущем находит какую-то общую точку. Оно как будто совмещается, это прошлое и будущее. И, наверное, поэтому петух здесь появляется и поет. Да. Как бы подчеркивает. Угу. Как бы подчеркивает эпизоды движения сюжета. Угу. И вот еще интересный момент, что люди будущего как бы с каждым годом все моложе. Да. Угу. Да. А петух будто подтверждает какие-то истины. Угу. Я, знаете, как скажу? Я напишу, а потом я забуду. А что у меня там? Понимаете, вот я забыла, что у меня там. И вдруг я сейчас начала вспоминать, вот что у меня там. Знаете что? По сути, я это писала не для Валеры, не для этого чата, я писала это для себя. Потому что какие-то вот эти... Я все пытаюсь внушить себя не этим, а этим, не мытьем, так катаньем, ну, в общем, разными способами. Вот это главное состояние, главное понимание. Тут у меня была работа над позитивностью мышления. Это как задача для меня, и именно у меня поставилась, и я начала это писать. Валера учит, я делаю. Сегодня у меня поперлась дальше вторую часть, но я сейчас вам скажу, в чем конфликт. Я вспомнила содержание. Здесь конфликт, знаете, вот в чем. В том, что один человек понял, вот подождите, дайте вот я развиваю вот мысль, может, вы не согласитесь. Один как бы человек до чего-то допер, а другой еще не допер. Вот по сути, вот тут. И не допер вот этот Веня. И вот Веня, он по ходу, как бы вот он по ходу вникал. Вот тут как бы конфликт того, что один дает знание, а другой его жадно принимает и мгновенно переваривает. Вот, знаете, что еще? То есть вот тут как вот не в философии конфликта, а в состояниях, если можно так сказать. Вот посмотрите, что, какие есть подтверждения или озарения. Вот эта вот позитивность, которую рисует сам, ну, как бы главный герой, его там даже имени у меня нет, вот я там просто. Вот эта вот, которую он ее рисует, вот он ее как бы понял, она вдруг начинает проявляться, вот смотрите в чем. Петух там пропел, запевал, ну, там пел петух. Дальше девочка с велосипедом. Причем девочка сначала, вот она нашла выход, как?
А потом она захотела научиться сама. Я, между прочим, потом думала, не убрать ли мне этот эпизод. Не слишком ли я навязываю? Нет, ни в коем случае. Она очень органично вписывается в сюжет. Да, вот. Потом вот у меня... А что-то у меня еще дальше. А потом, посмотрите, они вспомнили, то есть образ нарисовался. Он у меня рисовался по ходу, потому что я вообще не знала, что я буду писать дальше. Я писала вот для себя, мне как пробить вот это надо было в самой себе. И, значит, вот оно пошло дальше, что вдруг вспомнилось вот это Led Zeppelin. Причем я сначала вообще подумала, я по-другому назвала эту группу, я подумала Rolling Stones. Хорошо, что я полезла в Яндекс посмотреть, думаю, блин, чуть не опозорилась. Led Zeppelin. Я даже нашла эту песню и стала слушать. И что удивительно, что я открыла, ну это я впервые, правда, я открыла и начала читать слова, стихов. Там стихи об этом, понимаете? Но у меня вот такие озарения были. Я с Валерой в разговоре поделилась. Я помню, что я когда прочитала содержание песни, совсем там другая группа, я сейчас не помню. Maybe why, maybe why, maybe you... Maybe, ну, вы поняли. Или я, или ты. Ну, и у меня такое потрясение было. Ребята, вы знаете, это вообще... Может быть, я этот мир изменю. Ну, к примеру, я говорю, может быть, ты... Там такие стихи. То есть я поняла, что вот мы слушаем эти песни на иностранном языке, эти шедевры, просто шедевры. А мы не знаем слов. Но кто понимает там английский, легко его ловит. И вдруг я погрузилась вот в эти стихи. Я, может быть, ну знаете что? Я, может быть, даже не самый лучший перевод-то я нашла, потому что это что же там от перевода зависит. Но меня потрясло. Поэтому я не смогла это не вставить. И оно органично пошло. Дальше я начала, знаете, о чем думать? А какой у меня образ рисуется этого Вени? Получается, что главный герой рисуется, он, блин, весь себя такой философ. А Вени какой? И я вставляю фразу, вот эту, она не случайна. Но ты-то в музыке лучше меня разбираешься. Но понимаете как? Она как бы не случайная, чтобы и этот герой заиграл красками. И с другой стороны, вот в чем, что не может быть человек, который задумывается вот над такими глобальными вещами, он сам по себе не может быть... Ну, как сказать, ну, ущербным, что ли, в чем-то. Он очень состоятельная личность, в чем-то в своем. Вот в этой уникальности, что ли. Ну, я сейчас делюсь, как вот как у меня писалось и мыслилось. А потом появляется Наташка. Вот, она сначала даже шла как Наташка, у меня чередуется Наташка и Наташа. А вот смотрите, чем заканчивается. А заканчивая, я сама удивляюсь, понимаете, я смотрю, сейчас разговариваю с вами, глядя на ваши портреты, как будто я анализирую чье-то произведение. А смотрите, как заканчивается, что вдруг Веня, который, может быть, всю жизнь носил в себе вот это желание, ну, то есть любви к ней, желание признаться, и все время, и вдруг он-то, даже разговор об этом изменил уже что-то в нем, и он говорит, разрешишь? Типа приударит за тобой. А они вот как бы вместе, ну, наконец-то. Типа, может быть, она всю жизнь этого ждала, а друг вот этот, ну, который как бы хозяин этого там особняка, а он наверняка ждал и тоже хотел, чтобы что-то получилось. Вот так красиво, я считаю, заканчивается. Очень хорошо. Очень хорошо. Но тут, кстати, на что должен отметить и обратить внимание, это у нас сейчас у Валентины не рассказ. Это, по сути дела, пьеса. Ну, это не пьеса, это рассказ. Причем, ну, я бы поспорил. Это часть, это продолжение. Это не ты пьеса. Меня научила это писать пьеса. Диалоги, я так тебе признательна. У меня это вообще раньше не получалось. Я объясню свою мысль. Мы с вами говорили об отношении автора. Вот. А здесь автор с героем смешается. Да, чего в пьесе не бывает. Здесь действует вот тот самый автор-рассказчик. Вот да. Автор-рассказчик. Это как раз пьеса получилась. Ребят, я сегодня написала вторую часть. С внутренним монологом даже. Там есть внутренний монолог. Есть автор за кадром. Он даже там не вписывается никак. Здесь все идет глазами вот этого самого автора-рассказчика.
И он видит всех этих персонажей. Понимаешь, нет, это никаким образом не пьеса. Даже нисколько. Даже близко нет. А я хотел предложить в театре сыграть это. Это можно сделать в театре. Можно. Из любого рассказа можно сделать пьесу. И из этого тоже. Ну, это рассказ. Ну, это ладно, все-таки я подчеркиваю ваше внимание на том, что вот очень важно в рассказе, вот сам автор важен. Да. И его отношение к тому, что происходит. Да. И здесь оно есть. Да, во внутреннем монологе есть. Если вот помнишь там. Ну да. Такой кусочек. Ну, это не только во внутреннем монологе, но еще и в ремарках, вот этих авторских ремарках. Да. И в петухе. Здесь везде есть. Кстати, отношение автора. Он везде здесь есть. Это не безличный автор песен. Хорошо. Я хочу обратить внимание, что вот всего, весь разговор настолько открыл всех, что появилось желание любить вот это вот Наташа, не приударить ли мне за тобой. Угу. Это вот раскрытие, все открывается и хочется только любить. Ага. Вот этот самый позитивный настрой снял ограничения. Угу. И вот это вот солнце, казалось, смеялось вместе с нами. То есть природа, все. Вот когда любишь, то все вместе. Ты неотделим от солнца, от да, природы. Все раскрывается. Все раскрывается, и все счастливы. Угу. Просто интересно. Ну, как будто бы вместе с тобой ты открываешь другое пространство мира. Совершенно верно. Вот я это тоже хотел сказать. Открывается мир настолько широко, что не любить невозможно. Вот. Ладненько. Валентина, давай отзыв свой. Ну, во-первых, Валера, большое спасибо тебе, потому что я сопротивлялась. Я не хотела, чтобы Валера это ставил, потому что я считала, это большая такая вещь. Не очень выражен там действительно конфликт, как бы не совсем по заданию. Там у меня была пара таких прелестных рассказов и сказка гипнотическая. Я думала, что-то из того будет взято. Вот. А сейчас я благодарна в результате Валерии и вашему анализу. Вы очень как-то... Ну, вообще просто спасибо. Подошли очень-очень тонко и глубоко. Глубже меня. Анализу. Ну, меня, во всяком случае, раскочегарили. Хоть самой начать анализировать. Понятно, понятно. Ладненько, перейдем к следующему. У нас еще там есть два замечательных рассказа. «Яблоко», хоть и по Светиному заданию, но тут, ну, просто я не смог не поставить. Значит, «Яблоко» Николаевца. И «Красное яблоко» Ольги Грибановой. Давайте сначала о Николаевском «Яблоке» поговорим. Кто прочитал? Угу. Я прочитала. Давай, рассказывай. Знаете что, можно я просто поделюсь впечатлением? Потому что что-то я не думала вот в этом, в плане этого там конфликт, видимо, потому что это как-то к другому чату вроде относилось. И я очень благодарна Николаю за то, что он, ну и, соответственно, уже Светлане, за то, что она так заставила эту тему воспоминаний. У меня вот это вот воспоминание этой юности нарисовались прям как мои. Написано как-то так, ну прям не знаю как.
вот попадание в какую-то прям, знаете, как щемящую ностальгическую нотку, что ли, чего-то душевного. Здесь изображен удивительно щедрый мир. Здесь всего так много. Да, да. И жарких-то дней здесь много. И да, отвала, да? Всего до отвала. И щука сама прямо идет в петлю, просто вот само. Ты коснешься и поминай, как звали. Да. Тут все само вдруг оказывается в руках. И щуку можно на петлю поймать. И в колхозном саду можно просто вот такой прийти и наесться яблок до отвала. Вот такое ощущение какой-то космической щедрости, фантастической какой-то щедрости. И как итог этой фантастической щедрости вот эти удивительные яблоки. Изумрудно-зеленые, как шары на елке. Угу. И то, как человек одобрил этот выбор, и как он ему, ну, знаете, как вот настоящий, что ли, вот этот ценитель, сельскохозяйственный работник, что ли, ну или как там, как он ему сказал, что полежат зиму, а потом, то есть вот это вот расчетливость сельскохозяйственного человека, или как сельского человека. Вот. И катание на лошадях, по-моему, тут же еще, и тоже как щедрость. Боже, тоже, еще и лошади здесь. Вообще такой удивительный мир. Я только конфликта тут не вижу. А его тут и нет. Тут гармония с жизнью. А он какой-то здесь вот угадывается, конфликт между нашим нынешним миром, который вот, какой-то вот нещедрый. Да-да-да, и прошлым. И миром, который тогда был вот такой щедрый. Более ярким он. Да-да-да. Более ярким. По сравнению с нынешним. И вот эта нотка ностальгии, она вот как раз и прослеживается именно из-за этого вот конфликта. Мир Советского Союза. Ну, где-то так. Где-то и вообще как-то так это здорово, что там послали, ну как это раньше-то? Раньше уже это мы ругали, что вот отправляют, срывают с этого, а сейчас это вдруг восприятие такое, господи, это же все так было мило. Да, да. И тут момент еще вот такой, если сейчас человеку приходится больше на него навешивается забота, тогда есть вот при этой щедрости мира еще некоторое ощущение беззаботности. Угу. Да. Вот такой был беззаботный мир. Хотя и пахали все как надо, но... Беззаботно пахали. Ну, написать такой рассказ мог только человек сам по себе щедрый. Души радостного, позитивного восприятия мира, светлого. Потому что другой мог все это, во-первых, не увидеть, во-вторых, не так написать, как написал Николаус. Здесь просто человек вот показал свою светлую душу. Просто мне, как сказали про яблоко, у меня сразу... Это яблоко просто вот оно, перед глазами встало. Отлично, отлично. Ну, кто еще что-то скажет про... Ну, еще такой момент, что вот это сейчас нам все так мило, то, что было тогда. Видимо, это тоже какой-то закон, мило все, что было. И видим мы уже другими глазами. Я не к тому, что этого не было, но все-таки вот это вот видение какое-то особое такое ностальгическое, оно еще со стороны. Согласен. Нам все мило сейчас, что-то. Согласен. Не буду. Что за звуки?
Как будто трактор там какой-то. Это у меня, если я выключу сейчас микрофон, то я его потом не включу. Меня очень тормозит компьютер, поэтому я... Ну, я попробую выключить, но если я не буду отвечать, тогда... Да не, не надо, давайте уж. Вот у меня что-то, ой, у меня что-то невероятное. Али появился. Этот Али... рассказ мой, так он вокруг озера в основном крутится, потому что у нас так вообще страна, тысяча озер. Там, но по своим размерам я просто показал, что даже скачки на этом озере проводятся. Ну, там не только скачки, там этот специально для этого даже такие типа, ну как там, выставки продажи, там от каждого колхоза, значит, туда свой такой киоск, ну, каждый колхоз привозит, и все свои там, что он делает, все свои изделия там продает. Ну, заодно и скачки. Вот, так что там, это вообще, я первый раз просто там ходил и балдел. Ну, ладненько, Николай, скажи, как тебе наш анализ? Нормальный анализ. Правильно тебя поняли, да? Правильно поняли. Ну, отлично. Ладно, теперь давайте Олина «Красное яблоко». Кто? Все прочли его? «Красное яблоко». Угу. Что скажете? Я прочитала. Единственное, что я вдруг вот читаю, я вдруг понимаю, так нам нужно было уже на этот раз писать рассказы? Да, рассказы. А как я могла это пропустить тогда? Чего-то, ну, я так не поняла. Ну ничего. Хорошо, что ты предмет прислала, но его сегодня обсуждать не будем. Предмет. Ну, это просто как долг. Ну, просто как это, я, значит, не поняла, что уже на сегодня рассказ. Марианика. Не, а в домашнем задании же не было написано прям, что рассказ, или я что-то не поняла. У нас речь шла о сюжете, там это, фабула, что-то там еще. Вот такое, знаете, кто что пишет, такие какие-то прям жемчужные шедевры. Такая радость на сердце, что вообще не думаешь там о том, в виде пьесы это кто-то написал, ну, или в виде рассказа. Просто хотелось очень правильно выполнить. Не-не, я только спросила, надо или нет. Тогда я просто напишу рассказ и все. Ну, конечно, это этот нервный зуб, это очень серьезно. Угу. Да, это Оля про меня написала. Вот это женственная жертвенность, да? Да. Чтоб только чувство не поранить другого. Да. Когда ты видишь, что он для тебя это делает. Да. Жертвенность такая, чисто женская, тонкая. Мне очень-очень понравилось, как вот это вот начало, оно так совпало. Вообще, вы знаете, я вспомнила, что моя мама именно так, когда я училась в универе, она присылала посылки, и вот она присылала из Воркуты яблоки. Вот. И я помню, как вот так каждая была обернута, чтобы они там не померзли, пока идет эта посылка. Вот. Тогда как-то это так, может быть, мной и ценилось, но сейчас забылось, и вдруг... Вот это вот, мне, знаете, я вот на этом моменте прямо как начала, вот, ну, пробуди в себе любовь, это я прям сама себе. Ну, вот прямо вот оно для меня такую роль сыграло, вот это вот описание, то, что Ольга дала вот в этой первой части. Вот, что там уже я как-то не особо думала о конфликте, я просто думала о том, какая прелесть, какая-то вот именно это Ольге присущая, такая, ну, тонкая какая-то. Такая лиричная, умная, с любовью. Ну, в общем, вот так. Очень понравилось. И как она хорошо описала, как этот мальчик его берег. Я на все обратила внимание. На то, как он отвоевал. Посмотрите, вот
как одноклассники себя ведут, настолько все правдиво написано, там, типа, дай куснуть, что, жалко. Вот, ну, то есть, вот как вот есть, и как вот он не дал, как вот он сумел найти слова, и вот ему надо было вот ей. И какая прелесть эта девочка. А суть конфликта может быть в том, что, понимаете, мы, как всегда, боимся, хотим и боимся. Вот суть конфликта, наверное, между этим. Он хотел... Боимся отказа, боимся быть отвергнутыми. Да, да. То есть это то, чего боятся все. То есть здесь показана глубинная ситуация для каждого человека. Да, согласен. Рассказ о чем? Не получить отказ, да? Повтори, Светлана, не услышу. То есть, с одной стороны, да, страх быть отвергнутым. С одной стороны, готовы не получить, лишь бы не получить отказ. Это, во-первых, но с другой стороны, не ведаем, чего стоит иногда другому принять какой-то дар наш. Мы не ведаем, на какие жертвы иногда идет другой человек. Очень она через боль очень бережно мальчика описывает. Через боль, через жертву. Вот. И в этом какая-то особая истинность. Вот именно это придало всему особую силу. Да, да, согласен. Что-то в ваших размышлениях не очень поняла. Ну, любовь, вот такая жертвенная любовь, она ну, это особая. Она обладает особым, как бы, вкусом. И особой ценностью. Там просто была любовь. Подождите, вот, может быть, вот он думал, что она к нему безразлична. Он же думал, что ей надо на голову выше, там, и так далее. А она, может быть, была не безразлична. Или вы думаете о том, что она была слишком деликатна? Вот если слишком деликатна, а в душе нет любви, то это стоит философски поразмышлять. Ну, как бы в отдельном рассказе. Угу. Так, Оля, как тебе наш анализ? Ну, все в принципе хорошо. Но вот относительно того, что есть там любовь или нет, там она мне, эта девочка, не зря так долго рылась в своей сумке. Чем дальше, тем глубже. Зная, что он подходит к соседи, она еще глубже роется в своей сумке. И не зря она стоит у окна и ждет его. Да, я тоже об этом задумалась. В принципе, там любовь. Да. Можно сказать, взаимная. Угу. Так что... Как приятно читать про взаимное. Спасибо за чудесный рассказ. Слава Богу. И меня прекрасно поняли. Большое спасибо. Я так хотела, я так тоже думала, что она стоит не зря. Но тут вдруг пошли размышлять про жертвенность туда-сюда. Иду. Вдруг что-то я не так поняла. Но Ольга подтвердила хорошую концовку. Оля молодец. Все знает и все видит. Ну, да, добро. Значит, сейчас следующим я хочу предложить обсудить мою байку из детства. Я подумал, что-то я задаю, а сам что-нибудь не пишу. Да уж. Да, ну и решил, дай-ка и я тоже представлю свой рассказик. Это про огурцы? Да, огурцы и воробыши. Угу. Так, ну что,
легкий, красивый, с любовью. Так все описано, что представляешь, как будто видишь это лучше, чем в художественном фильме. И, как всегда, вот не зря же мне захотелось в моем рассказе уже третью часть сделать на тему магии. А петух-то слышал? Зря думал, что он не это. Он их любовь-то почувствовал. Тут, ну, как-то я не знаю, как я это напишу, но идея такая появилась. Так вот и тут. А Валера это давно знает, а Валера в это давно верит, что он с Воробьем вот, завел вот такой, можно сказать, личный, душевный, там, интимный контакт. Они друг друга понимали. Воробей прилетел, кому-то мог не прилететь, а к Валере прилетел. Поблагодарить. Мне понравилось, каким юмором все-таки написано. Здесь есть вот такой внутренний конфликт между воображаемым вот этим читателем, который никогда бы так не сделал. Никогда бы не вытащил из ванны с огурцами воробья, он бы просто не заметил его. И который, читая все это, понимает, что, ну вот как-то вот, если ты пропалываешь грядку с клубникой, то зачем тебе вытаскивать воробьев из ванны с огурцами? Здесь есть конфликт между вот этим, между Валерой и вот этим вот человеком, который никогда его не поймет. Оль, подожди, ты что-то так закрутила еще раз. Вот, вот так вот. Здесь как-то... Где ты этого человека взяла? Он где-то за кадром присутствует. И Валера ему объясняет, что надо, вот, надо идти, лететь на помощь воробьям. Иначе зачем этот рассказ? Для того, чтобы люди проснулись и бежали на помощь к воробьям, вытаскивать их из ванны с огурцами. Ты себя хорошо выразил. Ну, я как Чип и Дейл в одном лице. Да. Вот, вот надо быть Чипом и Дейлом в этой жизни. Ах ты, как-то, Оль, так не подметила. И не заниматься только грядкой и клубникой. Потому что кругом воробьи беспрестанно падают в ванну с огурцами. Мне понравился такой момент, как мягким голосом, теплыми образами. Червяков, которых я надыбал в огороде. То есть это передает вот просто состояние огорода и деревенской жизни. И опять-таки вот с этим постоянный спор вот с этим воображаемым оппонентом, который не верит в то, что воробьи могут наблюдать, слушать и могут вернуться, чтобы прочерекать благодарность. Вот это все бывает. Вот такое утверждение такое, которое должно этого оппонента просто уничтожить. Да, вот он прилетел, этот воробей, поэтому у птиц тоже есть душа, как и у всех остальных. Как у них. Да. А мне еще очень нравится... Оля, ты закончила, Оля? Ага. Мне еще очень нравится вот это начало, оно мне тоже очень напомнило ситуацию, когда там пьяницы тянутся, какие-то драные кошки. И вот этот момент, что они метят мир, хозяину невдомёк, что автомобиль уже ему не принадлежит. То есть мы живем, думаем о чем-то своем, что это наше, оно все меченое. А вот вам и оппонент, вот этот хозяин, которому уже автомобиль-то не принадлежит, оказывается. Ну да, наверное, да.
Вот он и есть экспонент. Как бы мир, который существует сам по себе, как-то вообще интересно. Произошло такое интересное у меня восприятие благодаря вашим словам. Они-то мудрее, они больше знают. А мы-то ходим тут и думаем, что мы владыки мира. Да. Это наш автомобиль, что это наша ванна с огурцами, что это наша клубника. Ничего подобного. Угу. Это мир. Они просто прямо мысли. Так, друзья, спасибо. Очень, очень приятный анализ. И главное, очень приятно то, что ну, поняли, полностью рассказ поняли. Вот. Сейчас я предлагаю постепенно двигаться к финалу. И хотел сказать о такой... У нас еще Мария Никин есть. Бог и Бог. А, забыл? Да, это великолепное произведение. Угу. Давайте обсудим. Простите, прости, Мария Никин, что запамятовал. Я только начал читать. Два бога, мне интересно. Все время одного тут рекламируют, а тут два появилось. Mm-hmm. Не, ну я только вот еще раз хочу сказать, потому что мне уже тут сделали замечание, чтобы не упоминать богомсу. История это только из-за того, что у нас в чате произошла какая-то такая писка. Бог написался с маленькой буквы, и мы решили, что я напишу такой рассказик, потому что я никак не могла выполнить домашнее задание, пьеса с двумя людьми. И все. Только по этой причине получился Бог с большой, Бог с маленькой буквы. Как бы, и все. То есть у этого написания есть своя история. Ладно, ты такого Бога сделала, с большой буквы которой, что тебе бы и в суе, и не в суе простили бы даже те, кто так говорит. Ну вот мне на самом деле сделали замечание люди. Ну, не обращаю внимания на замечания, потому что здесь не столько о Боге, сколько о божественном в человеке, на мой вкус. То есть, каким образом Бог с маленькой превращается в Бога большого, второго большого Бога. Ну, то есть, на мой вкус, здесь идет речь о принятии божественного душой человека. Так мне показалось. Мне кажется, что Бог, который с большой буквы, выступил настоящим психотерапевтом. Просто психотерапевтом. Да. Который помог из сердца вот этого маленького Бога ну вот выдернуть что-то, ну так по большому счету, такое, что, может быть, и не позволяло ему дальше быть Богом с большой буквы. Да, согласен, согласен. Ну, вообще говоря... Привет, так, Катюшка, я, Валерочка, я, привет тебе, Катюшка кричит. А, Катюшка, привет. Ну все, сейчас не обращайте внимания, это она тут. Ага. Вообще говоря, любое творчество, оно, надо сказать, психотерапевтично. И вот у Марионитки оно очень сильно проявилось. Вот. Вот мне это очень понравилось. Ну, недаром, вот, скажем, Валентина пишет гипносказки, да? Они тоже психотерапевтичны. Причем интересно то, что терапевтично не только для автора, но и для читателей. Без особого, так сказать, назидания вдруг проявляется вот такая вещь. Так что вот Бог и Бог, мне кажется, это тоже можно назвать гипносказкой.
ну или просто медитативным вот текстом. Можно скажу над чем, что меня, не, ну, что меня, ну вот, как если я буквально, допустим. Ну, короче, я оставила вот для чего себя. Смогла бы я так или нет, вот как он, выкрикнуть на весь зал. Понимаете, вот у меня осталось внутренний конфликт. Потому что я позавидовала этому герою. Посмотрите, какая отзывчивая оказалась публика. Насколько она за истинные чувства, за искренность, что она стала аплодировать главному, ну, этому герою. Когда он прокричал, там, я забыла, как ее зовут, и я люблю тебя. И всегда люблю. Люська, да. Вот. И вот я сразу стала, как бы, ну, примерила это на себя, даже если бы вот Бог, а, он, правда, произошло-то это у него. Подождите, тут ведь собака зарыта вот в чем. Он удивился сам тому, что из него это вырвалось. А вдруг оказалось так, что зал даже встал и аплодировал. А он удивился. И оказалось, что это не страшно быть, ну как сказать, человеком. Открытым. Да, да. Ух ты, вот посмотрите, наконец-то. Дарыли мою собаку. Сейчас дайте-ка я дверь прикрою. Тут, ну, вдруг там Катюшка еще тут прибежит, она лица видит и думает, со всеми разговаривает, то сейчас каждому будет кричать «Привет!». Хорошо, мило. Ну вот, Марианника, короче говоря, я в восторге от твоего. Я только хочу сказать по поводу того, что Бог большой-то дал порошок, то есть, и он как бы исцелил вот. Этот порошок-то тоже был необычный. Да, 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 да. Он дал ему эту силу, и он, это Бог ему сделал такой подарок, что пришла Люська, и что да, он смог. Да, да, да. То есть все-таки это был Бог настоящий. Все было организовано Богом. Вылечила да. обезьянку, привел и Люську. Бог же, то есть и Бог и организует, и Бог же тебе даст силы. То есть mm-hmm. как бы такой... Ну, сделает это так, что ты и понять не поймешь. Mm-hmm. В этом тоже какое-то такое... Что будто ты сам стал Богом. Угу. Вот это непрямое. Непрямая забота. Непрямая забота, и тем не менее, да, его забота. Ну как, Марианника, мы тебя хорошо поняли? Да, да, благодарю, спасибо. Ну, отлично. Так, значит, я хотел сегодня сказать. Чуть-чуть задеть по... Ну, во-первых, снова задание все это продолжается. Очень важно мне было бы, хотелось бы от вас чуть более ярче отношение авторское к событиям и персонажам. И хотел сказать еще про такое понятие преамбула. Ведь на самом деле, если вот обратиться к моему рассказу про огурцы и воробушка, вот то, что в самом начале, это как раз и называется преамбула, которая вводит в тему... и в тему всего рассказа. И вот там-то как раз, так сказать, и отношение к событиям, оно в преамбуле уже прослеживается. И в заключении, в заключительной фразе. Я же забыл, как я там точно написал, но смысл такой.
Кто сказал, что у животных и птиц нет души? Плюньте ему в глаза, если они у него есть. И вот эта концовка, специально она сделана именно так, то что вот тот предполагаемый оппонент, как правильно сказала Ольга, он не всегда и не все они видят мир, как бы они безглазые. Вот, то есть нам нужно сейчас дальше постараться взять вот эти понятия преамбулы и финальная точка. Вот это теперь мы будем осваивать в следующих произведениях. Понятно, что я сказал? Понятно. Ага. Отношение авторское более чуть ярче подать, вставить преамбулу и создать вот финальную точку, которая, кстати, финальная точка, она всегда подчеркивает основной конфликт. Вот. Короче говоря, на сегодня у нас программа вся закончилась. Огромное вам спасибо. Всегда рад я с вами творчески общаться. Вот. Ну, завершаем. Всего хорошего всем. Большое спасибо. До свидания. Всем пока. А что такое точка? Точка, точка. Расскажи, что это за... А у тебя в яблоке есть финальная точка. Она как раз и говорит о воспоминаниях. И сильный конец должен быть. Вот сам конец должен быть сильным. У тебя, Николай, есть замечательная точка. Ты ее хорошо прописал. Сильный конец. Вот это у тебя есть. Подожди, точка – это суть конфликта, да? Проясняет суть конфликта. Или суть конфликта, или суть авторского отношения, наверное. Да, верно. Итак, пишем про сказку. Как бы в финале автор напоминает, о чем то бишь я? За что борюсь, как говорит Валера. За что борюсь. Вот. И как раз в финале это и более ярко проявляется. Вот я о чем, друзья. Вот в последних фразах вот как бы подчеркивание, о чем я тут говорил-то? А вот об этом. Вот. Добро. Спасибо. Хотелось бы, чтобы вы в чате написали отзыв о занятии сегодняшнем. Спасибо. Всего доброго. Всего хорошего всем. Всегда вам рад. В пятницу у Светы, насколько я помню, да? Да. В 20. В пятницу у меня. В пятницу в 20 у меня. Так, спасибо большое. С нетерпением лично я буду. Вообще все время жду. Я Валерию все время говорю, Валер, давай два раза как-нибудь придумаем в неделю. Ну так здорово, ну так просто все здорово. Спасибо. Вот, прям душевное спасибо прям всем. Да, это большая поддержка. Всего доброго. До следующих встреч.